Я внутри Рамады, отель. Управляется отелем Винхам. Рамада бан Винхам. Вот такой вот холл здесь интересный, просторный. Это бывшая гостиница «Ленинград», построенная еще в советское время. Ну, посмотрим, что внутри у нас, как обычно. У нас ресторанчик такой красивый. На сколько мест здесь получается? Место? Да. Вот такой зал у нас спортивный здесь красивый. У нас молодые спортсмены есть, которые занимаются. Вот эти здесь. Да, очень давно уже. Скажем, добро пожаловать в наш Irish Pub. И у нас есть там, где кухня европейская и чуть вкус индийской кухни. У нас бар работает круглосуточно почти. И, как видите, у нас есть коктейльный меню тоже. И по-прежнему наше местное пиво тоже. А много гостей по ночам? Да, по ночам много. Ну, то есть здесь атмосфера очень такая. И пахнет специями, собственно, индийскими. Немножко. Футбол смотрели? Да, мы же выиграли Италию. Ну да. Ланч-бар? Да, то круглосуточно работает. Угу. Отлично. 11 этажей, номеров сколько всего? 120. 120, да? Отлично. Большое спасибо вам за экскурсию. Очень приветливо показали все. Приятный отель. Спасибо. И мы будем, наверное, наслаждаться уже с гостями. Я тоже надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. После Рамады вот такая территория здесь. В принципе, тихо. Отель вы сами видели. Приятный. Сейчас 33 градуса, здесь, в принципе, комфортно.